Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Как всегда, проверим звук, видео. Если меня видно, слышно, все работает, то, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Ну и мы непосредственно приступим к нашему обзору. Напомню, что мы рассматриваем движение валютных пар, исходя из двух трендовых моделей. И в соответствии с этими моделями трактуем те тренды, которые сформировались. Сейчас более-менее интересное трендовое время наступило, ну то есть пошли тренды. Какое-то время было затишье. Так вот, все, плюсики есть. Угу. Какое-то время было затишье, но относительно небольшое, то есть валюты начали подходить к своим средним значениям. Но вот сейчас, после пятницы, после выступления Джанет Йеллен, в общем-то, пошли определенные движения, которые нам интересны. Итак, евро-доллар, первая торговая стратегия, которая у нас является консервативной, ленивой, называется ленивец. Описание стратегии у нас присутствует, напомню, в нашем рабочем пространстве. Вот сейчас ссылочку я на него скинул. Это для тех, кто к нам первый раз подключился. Так, и данная модель у нас, напомню, строится на двух средних 120 часов на часовом, это 5 торговых дней, то есть это одна торговая неделя, и 24 часа, то есть один торговый день. В рамках данной модели у нас сейчас развивается по евро-доллару нисходящий тренд. Самое вот сильное движение этого тренда пошло, естественно, после выхода новости, то есть как новости, в процессе выступления, да, и уже постфактум имело определенное вот это такое движение в стиле резкого выброса. То есть вот, очень долго мы топтались на месте, да, потом буквально за раз, два, три, четыре часа перешли на новый уровень, то есть сделали фигуру. Сейчас тренд продолжает развиваться. Нисходящий, о лонгах мы, естественно, не думаем, потому что работаем в контртренде и посмотрим, что у нас с точки зрения коррекции. В данной модели, я напомню, мы ищем коррекцию для того, чтобы зайти, когда эта коррекция закончится. Коррекцию мы определяем по динамике минимумов, максимумов. В данном случае нам нужны повышающиеся минимумы. У нас была подобная коррекция вот здесь. К сожалению, она не закончилась плюсом. Тут был абсолютно символический, но все-таки стоп-лосс. То есть у нас по четырехзначной системе 8,5 пунктов, а пятизначной 85. А дальше, когда такая ситуация происходит, нам необходимо, чтобы минимумы были обновлены. И после этого мы можем снова искать коррекцию, если захотим. То есть напомню, что мы не используем верный принцип, не ищем множество коррекций там, где их нету, и не притягиваем их за уши. Таким образом, у нас произошло обновление минимумов вот здесь. Вот здесь вот минимумы понижаются. Раз, два. Дальше мы снова можем искать коррекционное движение. Для этого нам нужны минимумы по индикатору MACD, напомню. Вот здесь эти минимумы обновились. Далее тоже вот очень интересная ситуация получается. Как вот, в принципе, вот здесь, помните, мы говорили, что вот этот минимум, который мы здесь отметили, очень субъективный. Почему? Потому что совсем маленький минимум на гистограмме MACD сформировался. И получается, что если говорить о субъективном взгляде трейдера, то трейдер видит, что здесь очень маленький минимум по цене, по MACD. Но формально, с точки зрения стратегии, вот если мы возьмем описание, то у нас получается, что критерии существуют, как вот мы с вами говорим. Есть формализация стратегии. Допустим, у нас присутствует точка входа в лонг или шорт. Ну, например, шорт. Цена закрытия ниже линии коррекции, построенной по минимуму цены, подтвержденным MACD. То есть, если у нас есть какой-то критерий, это, в общем-то, справедливо не только для данной стратегии, для данной модели, а в принципе для любой стратегии. То есть, есть критерий. В какие-то моменты он выполняется таким образом, что у трейдера возникают сомнения. Получается, что такое критерий? Это либо 0, либо единица. Либо случилось, либо не случилось. Вот гистограмма ушла ниже нуля, минимум нарисовала, значит, он есть. А то, что он маленький, тут уже, как говорится, трейдер сам должен на эту тему
себе объяснить, будет он его принимать или нет. Вот здесь то же самое. Вот тут есть сильный минимум, мы явно видим, что этот минимум подтвержден MACD. А вот здесь есть такие совершенно символические маленькие минимумы, ну, то есть маленькое движение гистограммы, которое, в общем-то, тоже минимум формирует. Что интересно, у нас, кстати говоря, такой ситуации, ну, подобных ситуаций так часто еще не было. То есть рынок нас сейчас учит чему-то новому, в общем-то, именно по этой причине мы берем маленький масштаб, чтобы изо дня в день какие-то были меняющиеся картинки, и все-таки происходило некое такое обучение в процессе. И вот здесь у нас эти минимумы есть, и, в общем-то, если мы их принимаем, то получается, что коррекция у нас будет констатирована, когда мы увидим возврат вот средний, ну, в смысле, возврат MACD выше нуля, и, в общем-то, получается, что коррекция у нас тогда будет вырисовываться вот такая. То есть вот здесь, когда мы поднимемся, вот на этом отскоке мы констатируем этот минимум, ну и тогда, в общем-то, даже учитывая вот эту неказистую гистограмму MACD, мы, в общем-то, видим, что здесь даже увенчалось пока, ну, по крайней мере, пока мы движемся вниз, да, увенчалась успехом эта сделка. То есть вот тут тоже был такой неказистый минимум, тут не получилось, рынок не пошел вниз, да, мы не получилось заработать. Вот здесь получается, то есть у нас идет пробитие, совершенно такой символический стоп-лосс, тоже уже теперь 55 пунктов в пятизначной системе, 5,5 в четырехзначной. Дальше мы смотрим динамику уже. Ну, единственное, что смотрите, как получается. У нас вот здесь мы прошли 60 пунктов в нашу сторону, то есть мы прошли величину риска, и нам нужно переставлять стоп в безубыток. Мы его переставляем, и вот здесь вот хвостом его выбивает. То есть сделка, скажем так, просто холостая у нас получилась. Но если вдруг трейдер не успел переставить этот стоп, то, соответственно, сейчас какой-то более-менее там относительно небольшую прибыль имеет. Но опять-таки напомню, для европейских трейдеров это все пока просто опыт, на котором можно поучиться, потому что это все произошло в 3 часа ночи, и мы с вами в это время спали. Ну, если, конечно, только вы не торгуете из Владивостока, к примеру, да. И, в общем-то, здесь мы вряд ли в этой сделке поучаствовали. Но, тем не менее, чисто модель, то есть по стратегии она была. Далее торговая стратегия «Черепаха», построена на канале Дэнчана. Здесь по сравнению с вчерашним днем ничего не изменилось глобально, но только оценим потенциальный выход. Что я имею в виду? У нас вот здесь начался тренд, напомню. Тренд начался после того, как мы выжидаем один час выхода новостей, то есть сам час выхода новостей мы всегда ждем, а потом оцениваем, будет ли картина адекватная на вход, будем ли мы заходить. Но первый час мы всегда ждем, потому что могут быть совершенно непредсказуемые движения. Здесь пробивается нижняя граница, тренд начался, вот здесь мы находились как раз 10, да, часов, это у нас вот это, вот этот интервал времени был, то есть тренд двигался в нашем направлении, и дальше мы ждем выход. Выход у нас, напомню, это MACD, гистограмма должна показать нам дивергенцию, либо цели по FIBA, либо верхней границы канала, если мы говорим о шорте, то есть о сделке в шорт, ну как здесь у нас. Соответственно, что получается? Мы рассматриваем психологию нескольких трейдеров, плюс у каждого слушателя своя психология, так что старайтесь, так скажем, эту модель подстроить под себя, ну или, по крайней мере, взять какие-то из нее черты, какие-то особенности, которые вы сможете, ну, в своей стратегии применить. То есть вот здесь первая психология – это то, что мы движемся по верхней границе канала. Это тот выход, который мы называем, ну, который я обычно называю гарантированный результат. То есть мы хуже этого выхода не должны выйти. То есть вот мы тянем стоп-лосс по этой линии, и сейчас она вот здесь. И фактически, если цена пойдет наверх, мы в любом случае не должны выйти хуже, чем этот уровень. Понятно, что может быть проскальзывание, но мы не должны выйти хуже. Почему? Потому что здесь меняется тренд. Мы не можем стоять в шортах в тот момент, когда уже появился критерий лонга. Соответственно, получается, что прибыль порядка 450 пунктов в пятизначке, 45 в четырехзначке мы в любом случае здесь должны взять, что, в общем-то, нас в потенциале радует. То есть пусть там относительно небольшая прибыль, там есть трейдеры, которые сразу хотят фигуру, две, но нету здесь такого движения. Вот что рынок дает, то и берем. Соответственно, далее, если говорить про дивер,
Всегда мы смотрим сначала на дивер трендовый. Здесь у нас есть дивергенция в плане, ну, то есть не пересекается, и мы сидим с нулем, да, то есть, но все-таки гистограммка повышается. То есть, так скажем, те трейдеры, которые особо осторожные, они, конечно, будут уже убегать с рынка вот при этом минимуме на гистограмме, когда цена пересечет сигнальную линию, то есть в области цен это будут примерно вот эти значения. То есть, ну, в общем-то, когда вот цена приходит в область вот этой средней, вот показывает этот диверок, то самые, конечно, осторожные трейдеры будут выходить, это нормально. Ну, почему самые осторожные? Потому что дивер здесь у нас не такой широкий, как он бывает, то есть гистограмма пересечет нулевую линию, там, потом еще покажет максимум. То есть здесь такая дивергенция, скажем, ну, относительно спокойная, вот такой термин используем. Ну, дальше мы посмотрим сейчас 15-минутку, я думаю, там сейчас вы тоже поймете всю картину. Значит, далее, этот уровень цен чуть больше по прибыли, чем вот граница канала, но тоже где-то вот порядка там, 650, 500, 600 пунктов мы фиксируем. Ну, и также мы смотрим дивер по M15. Вот у нас что получается. Вот здесь как раз очень четкая тоже картина. У нас минимумы вот здесь понижаются. Вот здесь пока еще один уровень, вот здесь четко понижаются. И вот, в общем-то, вот когда гистограмма поднимается, то есть вот здесь уже появляется вот сигнал на выход. То есть немного раньше, чем если говорить про дивер на трендовом масштабе, но что естественно, потому что 15-минутка, мы для этого ее берем, чтобы получать такие опережающие сигналы. И вот здесь у нас появляется возможность выйти и зафиксироваться, то есть по ценам это у нас, ну, уровень цен, вот если взять верхние границы, там порядка 680, там порядка 680-700 пунктов прибыли. Вот здесь у нас диверок, то есть тут тоже, в общем-то, появился сигнал для тех, кто любит, ну как, даже не то, что любит, а для кого психологически комфортно выходить на дивергенциях, на разворотах, в общем-то, этой возможностью пользуются. Бывает так, как в канадце, помните, у нас было, что возникает дивер, после этого еще идет тренд, то есть мы фиксируем прибыль фигуру, помните, по канадцу 1000 пунктов прибыли мы зафиксировали. Давайте покажу эту сделку, это тоже все в дневнике сделок есть. Вот здесь мы зафиксировали 1000 пунктов прибыли, а он потом еще пошел ниже, несмотря на дивергенцию, и там была уже дивергенция на трендовом масштабе, то есть все уже диверило, но канадец продолжал идти в тренд. И, в общем-то, если бы мы действовали, например, по верхней границе канала, мы бы заработали 2400 примерно, то есть, а здесь мы заработали 1050. Ну, то есть бывает так, что тренд зарядит, и дивергенция не, ну, так скажем, не развернет его. Но в любом случае это будет, ну, относительно нечасто, поэтому тут уже нужно ориентироваться на свою психологию. Как говорится, какой-то трейдер считает, что да бог с ним, там можно упустить прибыль, лишь бы фиксироваться по стратегии и, самое главное, быть в прибыли, потому что дальше прибыль всегда можно увеличить, там, например, сделав более агрессивным риск-менеджмент. Поэтому тут уже психология, я надеюсь, вы тоже анализируете свое поведение, свое психологию торговую и подстраиваете под это своей торговой стратегии. Ну вот, евро-доллар, тем не менее, в нисходящем тренде. Сейчас так вот немножечко тренд вроде замедляется, пока в первом приближении. Посмотрим, каким образом себя поведет. Но вот если коснется верхней границы, будут уже предпосылки, будут предпосылки к восходящему тренду. Причем это по черепахе. Фунт в нисходящем тренде находится по-прежнему, то есть пробил эту трендовую линию. Ой, в смысле, трендовую среднюю, тоже 120 часов, это на часовом, я напомню. А дальше показывает нам тренд, развивается трендовая динамика. А вот здесь у нас была коррекция, вот здесь был пробой. Так, сейчас замерим, вот 175 у нас примерно, 175 вот здесь. 175. Стоп, естественно, в безубыток переставляем. Дальше уже замерим там показатель наши 1 к 2, 1 к 3, 4. Я 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4. Я это все скину в дневник сделок. То есть это вот коррекция у нас, в общем-то, реализовалась в более-менее интересное такое движение. Может быть, ну, посмотрим там, зафиксируем, какое у нее было максимальное движение в потенциальной прибыли.
Далее минимумы обновились. Мы открываем себе дорогу для поиска новой коррекции. Здесь точно так же, как в евро-долларе, получаются такие не очень такие несуразные минимумы, то есть тоже небольшие, но вот тем не менее их можно отметить. То есть получается вот раз минимум. Здесь даже, кстати, вот тут даже маленький минимум вылез. То есть здесь вообще очень такая ситуация скользкая. В каком плане, что трейдеру приходится включать субъективизм и решать, будет он принимать такие сигналы или нет. Вот что я имею в виду. Смотрите, вот минимум здесь цен есть. То есть раз минимум, два минимум, цены обновляют его. Вот тут вылазит вот этот маленький совершенно минимум. То есть тоже формально получается вроде как он есть. Ну то есть трейдеру приходится принимать решение, будет ли он вот это считать коррекцией. Вот. Ну, по-хорошему, тут визуально тоже трейдер должен определять, да, то есть будет играть вот такая роль, вот такую роль будет играть вот оценочка вот данного канала, когда он еще только вот здесь формируется, в какой-то момент вот только здесь он только появляется, вот тоже трейдер будет его оценивать. Ну, то есть, в принципе, оставим эту коррекцию как, скажем, такую обучающую, потому что, в общем-то, к ней большой вопрос, будет ли трейдер ее принимать, учитывая вот эти маленькие-маленькие выбросы. Но если вдруг будет, то вот здесь все-таки был пробой. Но опять-таки это все в 4 утра, поэтому эти сделки скорее пусть для нас будут носить такой обучающий характер, потому что очень маловероятно, что в 4 утра кто-то здесь будет торговать. Но если вдруг в 4 часа утра человек заходит, то стоп-лосс 150 пунктов. Вот стоп-лосс в нашу сторону проходит 150, рынок, переставляем стоп без убыток, соответственно, либо где-то, может быть, фиксировали 1 к 2, там, если 300 пунктов, либо вот сейчас на возврате цена вот может без убыток выбить. То есть эта сделочка тоже не особо такая прям уж четкая в плане развития тренда, плюс в 4 часа утра происходит, плюс у нее такая очень коррекция, такая сомнительная, будет ли ее трейдер принимать или нет. То есть, но, тем не менее, пусть эта картина будет нарисована, мы будем знать, что такой опыт тоже есть, и будем его принимать во внимание. То есть, чем больше есть у нас ситуаций, которые характеризуют нашу торговую стратегию, тем лучше. То есть, мы изучаем поведение рынка в рамках данной нашей стратегии. То есть, это очень-очень важный момент. Если сейчас абстрагироваться даже от наших двух торговых моделей, то все равно это останется базовым принципом. То есть какие модели у вас не были, какие бы стратегии вы не использовали, изучайте, изучайте, еще раз изучайте дневник сделок и поведение ваших сделок. Почему очень важно вот иметь торговую стратегию, почему об этом во всех книжках, на всех семинарах говорят и все время подчеркивают важность торговой стратегии. Потому что когда она у вас есть, вы можете как раз ее анализировать, можете анализировать поведение подобных сделок. А если нет стратегии, то сделки всегда разные и нечего анализировать. Получается, что вы хотели бы, может быть, какой-то провести сравнительный анализ, а сделки все время в разных условиях проводите. Так вот, торговая стратегия дает одинаковые условия для всех сделок. Ну, в том плане, что сигналы одинаковые. Как вот здесь, например, тоже вот есть нижняя граница, фунт. Ее кольнул, пробил, пошел дальше в тренд. Вот у нас есть показатели определенные, что цена не двигалась практически против нас, только вот на входе немножечко, минус 158 вот здесь показал. То есть как только сделал, как только рынок осуществил наш вход, вот здесь движение пошло против нас, и вот здесь был даже максимум, ну где-то примерно минус 160 пунктов, пятизначки. Дальше пошло движение в нашу сторону, и рынок уже не ходил против нас. Опять-таки по дневнику сделок мы знаем, что это для нас очень положительный сигнал, потому что прибыльные сделки как раз не ходят против нас очень сильно. Но это я уже много раз повторял, и это только благодаря дневнику сделок можно понять. Вот 831 пункт уже был максимальный потенциал. Опять-таки мы знаем, что максимальный потенциал мы вряд ли возьмем, но, по крайней мере, мы можем его замерить. То есть это, опять-таки, поведение нашей сделки. Ну и дальше, вот мы пришли к средней. Опять-таки, первый выход – это вот эта верхняя граница канала. То есть мы в любом случае хуже там 200 пунктов не должны выйти. Ну и также мы смотрим дивер. То есть тут у нас сейчас, возможно, будет вот
на горизонтальном уровне, да, такая дивергенция, но мы здесь заглядываем в 15-минутку, смотрим, что показывает 15-минутный интервал. То есть тут у нас картина следующая, что в принципе у нас такая вот дивергенция без пересечения с нулем была даже уже вот здесь. То есть какой-то трейдер консервативный мог даже уже и вот здесь, в общем-то, выйти, зафиксировать свои там 400 пунктов прибыли и нормально. Кто-то может быть более... Так, сейчас, одну секундочку. Ага. Вот. А какой-то трейдер более, так скажем, ну, который выжидает прибыль, да, он может фиксировать уже непосредственно вот здесь, когда появляется вот эта дивергенция. То есть это же все дивер, опять-таки, это мы сейчас только видим, что вот здесь цена остановилась, а в режиме реального времени у нас уже и вот здесь будет диверок. То есть, вот, по крайней мере, минимум уже будут явные. Самое главное тут, как говорится, без фанатизма, то есть очень четко фильтровать эти сигналы, а то бывает так, что опять-таки трейдеры начинают дивергенции видеть на каждом шагу. То есть вот четко минимум понижаются, ну вот мы знаем потенциал там 400 пунктов, либо на этом дивере где-то примерно, там может быть 650 тоже пунктов можно взять. Это если говорить про дивер. Но если говорить про цели по FIBA, здесь пока более оптимистичные цели, потому что канал широкий, то есть у нас появляется вот 168 почти сейчас дошли. Вот, а 200-268 еще пока есть шанс до туда дойти. Ну вот дивер у нас так очень гармонично вписывается пока в эту модель, то есть показывает нам цели. Ну даже не цели, а точки разворота, где выйти, лучше так сказать. Вот такой потенциал фунт-доллара в данной модели. Далее линеец доллар-иена. Тренд восходящий, по-прежнему восходящий, никаких здесь у нас вопросов к этому нету. Опять-таки иена достаточно долго находилась в боковике, потом резко как раз на выступление Джанет Йеллен иена, пара доллар-иена пошла наверх, ну то есть доллар укрепляется. У нас не было коррекционных максимумов в процессе развития этого тренда вчера по первой модели. Далее вот уже, я думаю, даже вы визуально научились определять, мы прекрасно видим, что вот здесь есть понижающиеся максимумы. А мы на всякий случай, естественно, проверяем MACD, естественно, она подтверждается, то есть такие четкие максимумы будут подтверждены в любом случае. И мы вот такую коррекцию проводим. Здесь даже получается у нас вот по вот этому верхнему максимуму, когда у нас MACD уйдет ниже, мы констатируем этот максимум, проводим линию. Далее. Пробой. Да, кстати, можно здесь вот тоже вот такую линию сначала нарисовать, да, потом кто-то вот так нарисует, то есть каналы здесь можно выстраивать. Но тем не менее, коррекция тут это верхняя граница. Пробивается максимум вот в этой точке. У нас здесь получается очень такой немаленький стоп-лосс, 462 пункта. Опять-таки мы нормализуем по риску, то есть даже если такой большой стоп сработает, мы теряем не больше, чем установленный нами в риск-менеджменте процент капитала, например, 1% капитала. И если большой стоп, мы не должны его пугаться, мы просто должны заходить меньшим размером позиции, чтобы в любом случае потерять ровно столько, сколько риск-менеджмент нам разрешает. После этого рынок движется против нас некоторое время, минус 176 пунктов. Получается, что у нас стоп-лосс реально вот большой, стоп-лосс 400, ну примерно 460. Минус 462 там, по-моему, у нас было, да, напишем, минус 462. А далее 176, он реально ходит против нас, и вот сейчас пока показывал 248. То есть фактически тут, ну, если брать психологию трейдинга, то, учитывая, что стоп-лосс достаточно большой, то трейдер, в общем-то, скорее всего, даже если сейчас без убыток пока не перенесли стоп-лосс, еще пока вроде рановато, да, то есть мы достаточно небольшое расстояние прошли, но стоп-лосс, как правило, вот отсюда перетаскивается под вот этот очень четкий минимум, который мы здесь видели, который тоже MACD подтверждается. То есть получается, что трейдер в случае большого стоп-лосса всегда стремится его сократить. То есть получается, после пробоя и ухода наверх у нас вот этот минимум вот здесь тоже вырисовывается, и мы его, под него прячем наш стоп. Ну, это, в общем-то, тоже адекватно, нормально, то есть так можно делать. Но если кто-то так не делает, то он тогда, значит,
просто классически ждет 462 пункта в нашу сторону. Это будет у нас вот где-то так, вот где-то примерно вот здесь. И тогда уже стоп переставляет без убыток. То есть проблема больших стопов не в том, что мы много потеряем, потому что за счет размера позиции мы всегда можем подкорректировать вот этот риск. То есть даже если стоп большой, мы все равно потеряем немного. Потеряем ровно столько, сколько прописали в риск-менеджменте. Но если стоп большой, то придется долго ждать, прежде чем цена пройдет эту величину, и мы переставим стоп без убыток. И вообще не факт, что она туда дойдет. И получается, что если вот стоп будет такой приличный, то цена может 300, там, 350 пунктов пройти, и потом начать колебаться в боковике, и еще и там к стопу начнет подходить и так далее. То есть просто большие стопы, их проблема в том, что по риск-менеджменту сложнее их двигать, потому что не факт, что расстояние будет пройдено. А с точки зрения размера позиции в них все то же самое. То есть просто уменьшаем размер позиции и заходим как нам надо. С точки зрения черепахи доллар-иена повела себя не очень хорошо. То есть у нас была вот максимальная прибыль вот здесь 1491. То есть мы видели максимальный потенциал этой сделки в ее развитии. Это 1491 пункт. Дальше она коснулась нижней границы. То есть 915 пунктов в любом случае мы должны были на ней забрать. Вот здесь, то есть, как мы говорим, гарантированный результат, то есть нижняя граница поднимается, поэтому хуже, чем вот это значение, хуже, чем эта граница, мы не должны выйти, ну, примерно там до 936, 9, ну, примерно 900 пунктов в пятизначке. Далее, не забываем проверять дивергенции, ну, как проверять, то есть вы когда торгуете, вы смотрите, нет ли дивера. Здесь было очень резкое движение, дивера не было. Помните, мы вчера тоже смотрели. Вот здесь уже максимум понижаются, и дивера реально нету. Поэтому получается, что выйти можем только по нижней границе канала, ну, либо по тейк-профитам, которые, например, вы ставили по FIBA. Вот наша величина, то есть 1.618, 200, 268. То есть эти вот цели были здесь реализованы, но если FIBA не используете, то вот 915. Здесь не очень приятная ситуация. Почему? Потому что начинается нисходящий тренд, то есть, ну, касаемся нижней границы, появляется возможная вероятность развития нисходящего тренда, но этого не происходит. Цена сразу идет против нас. Вот на этой свечке уже мы понимаем, что сделка абсолютно плохая, то есть мы дневник сделок анализируем, и мы знаем, что хорошие сделки против нас сильно не ходят, а эта сделка, как только пробила вот нижнюю границу, начала тренд, сразу пошла против нас, причем пошла на достаточно приличное значение, то есть у нас получается вот 61, то есть у нее откат на там 60% считаем, ну, в общем-то, уже вот на этой свечке становится понятно, что сделка, скорее всего, будет убыточная. Ну, опять-таки, чисто по дневнику сделок, зная поведение этой стратегии. Если вот как раз вы не знаете поведение своей стратегии, то изучайте дневник сделок, чтобы просто это понимать. Дальше уже мы касаемся верхней границы, и в любом случае здесь уже начинается восходящий тренд. То есть вот эти ситуации неприятные в этой стратегии, когда волатильность такова, что она успевает коснуться нижней границы канала и пойти наверх. То есть получается, что в целом-то тренд восходящий. Например, если мы возьмем ленивец, то по доллар-иене мы тоже это видим, что тренд восходящий, что нисходящего здесь не было. Всегда он был восходящим. Но поскольку у нас черепаха более агрессивная модель, то она вот эти движения вниз начинает воспринимать как нисходящий тренд, а его не происходит. И поэтому модели вот как раз начинают друг друга дополнять. То есть если тренд бы вниз пошел, то мы бы здесь взяли бы самую его верхушку, пока ленивец еще там ждет, а еще пока для него будет восходящий, а черепаха уже бы здесь начала зарабатывать. А когда тренд восходящий, просто вот с такими откатами, ну как сейчас, то получается, что мы вот позже заходим. Вот здесь снова в тренд, ну а вот здесь, соответственно, ловим вот это движение против себя. Ну что, неприятно, но не критично, потому что у нас до этого прибыль, по другим сделкам прибыль, но все равно неприятно, когда рынок против нас движется. Доллар, канадский доллар продолжает восходящее движение. Здесь, в общем-то, ничего не поменялось по сравнению со вчерашним днем. Просто идем наверх. Если посмотреть на динамику уже внутри, вот здесь мы говорили, пошло движение, нам нужны максимумы, нам нужна коррекция. Здесь у нас, получается, максимумы обновляются. Вот здесь только появляются
коррекционные максимумы с точки зрения того, что нам нужно. То есть вот раз, два. Вот максимум понижаются, подтверждаются индикатором MACD. Вот здесь возникает пробой. Стоп-лосс у нас 100, ну, 246 пунктов, ну, либо вот здесь более консервативный, ну, то есть 150-250, давайте так округлим. Вот движение в нашу сторону 250, стоп представляем в безубыток, вот его здесь выбивает. То есть, к сожалению, канадец не пошел здесь в тренд, начал здесь прогуливаться в боковике. Ничего хорошего, короче говоря, нам не принес. Дальше с точки зрения, ну, если, да, вот мы здесь вышли, вот у нас нулевая сделка, у нас обновились максимумы, здесь появляется еще второй потенциал, то есть тоже максимум вот здесь присутствует в рамках данной модели. Вот у нас тоже максимум по цене, вот мы его видим, рисуем, пробой осуществляется вот здесь. Тут тоже будет субъективно зависеть от стоп-лосса. Если стоп-лосс ставили вот такой, ну, то есть 69, да, небольшой, то видите, его вот здесь цепляет и уходит дальше наверх. Если вот такой ставили, то есть вот за этот минимум 129, то вот здесь 164, сейчас стол в безубытке, пока ждем. То есть канадец, в общем-то, видите, даже, ну, по часовому видно, что он вот здесь резких движений не делает, а вот такие плавные движения, они для нас, ну, не всегда приятны, потому что они начинают туда-сюда блуждать и просто выбивают стопы. Ведь мы рассчитываем на сильный резкий тренд, а его в данном случае не происходит. И чем больше цена блуждает, тем больше она показывает нам свое, так сказать, не очень хорошее поведение, что она может либо нас остопить, либо просто выбить без убыток. Канадец в черепахе ведет себя попроще в этом плане, то есть компенсирует ленивца, то есть у нас получается там, сколько у нас там чего, так, вот допустим, вот здесь, да, у нас первая сделка холостая, вообще ничего не принесла, но вторая, если, допустим, вот здесь, ну, там, минус 60 пунктов мы ловим в пятизначке, в четырехзначке 6 пунктов, это, конечно, небольшой стоп-лосс, там, ну, плюс спред, да, но все равно. Далее, вот здесь более приятная ситуация, то есть у нас идет восходящий тренд, мы даже вот здесь видели фигуру прибыли в рамках развития данного тренда, и вот нижняя граница не коснулась, и мы просто сейчас вот порядка 80 пунктов имеем. Вот здесь тоже есть такая вот понижающаяся динамика, тоже легенькая, так скажем, дивергенция, она даже не касается красной линии, поэтому мы, не, ну, скорее всего, мы не будем ее принимать, то есть это для нас не четкая такая сигнальная, ну, то есть не четкие сигналы. И мы только можем еще проверить М15, где, в принципе, будет более четкая картина в этом плане, что вот раз максимум обновляется, здесь максимум не обновился, вот здесь обновился, то есть получается вот максимум обновляются, вот у нас дивер, и вот здесь появляется возможность выхода, то есть фактически есть шанс у трейдера зафиксировать вот здесь, ну, в районе желтых цен, где-то, ну, порядка 750 пунктов. То есть получается, что канадец, ну, благо он себя окупил в том плане, что вот по ленивцу он дал одну холостую сделку, одну минус 60, а здесь мы забираем по диверу, ну, 720 примерно пунктов, 700, может, 30. То есть покрываем убыток, ну, то есть это нормально. Но, по крайней мере, мы вот видим, что в данном случае портфельная стратегия, ну, портфельная торговля, то есть несколько стратегий, в общем-то, несколько инструментов нам в этом плане помогает. Что один инструмент показывает минус, да, другой там плюс, или одна стратегия показывает минус, другая стратегия показывает плюс. Ну, вот такая картина. В принципе, тренды, которые начали развиваться, сейчас потихоньку продолжают развиваться. К сожалению, они не такие резкие, как хотелось бы, но все-таки лучше пусть будет тренд относительно спокойный, чем его не будет вообще. Что ж, в целом вроде ситуацию разобрали. Если будут вопросы, задавайте в рабочее пространство. Ссылочку я скинул в чате. И если там сейчас он у вас убежал, просто посмотрите там в чате более ранние сообщения. Хотя даже сейчас я еще раз скину, на всякий случай. Будут вопросы, если они возникают вне времени нашего аналитического обзора, то, пожалуйста, задавайте, рассмотрим. Что ж, коллеги, до завтра в 10:30 увидимся. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.